Турнир с солнечным названием собрал около 200 участников. Это гимнастки из городов России, Украины и Казахстана. Они оттачивают мастерство и учатся лидировать в спорте. Девочки, принимающие участие в этих соревнованиях, могут получить звание кандидата в мастера спорта при успешном выполнении программы. Самой маленькой участнице 4 года, а самой взрослой 16 лет. Сочи как принимающую сторону представляют сразу 60 человек. Поболеть за наших землячек могут прийти все желающие. Вход свободный. Завтра состоится очень большая обширная программа, и мы приглашаем всех желающих посмотреть на этот вид спорта. Конечно же, в первую очередь родители, которые в будущем будут записывать в наши школы юных спортсменов.